Наши поиски бутылки мы начинаем с традиционного венгерского блюда суп гуляш. И именно с того места, где кушала ведущая с Орел и Решка. Все, мы пришли. Вот. Пуп по сейл. Передачи. Кушаешь орешки и бросаешь на пол. Леся, покажи, как ты бросаешь. Как ты бросаешь? Вот принесли нам суп. Действительно огромный. Литр. Две тарелки. Суп реально вкусный, гуляш с мяском, на ветчинке, великолепно. Теперь мы отправляемся на площадь Святой Троицы на поиски бутылки со 100 долларов. Площади Святой Троицы. Наверное, бутылки, конечно же, уже нет, но тем не менее мы посмотрим. Ну что, вот это место легендарное, мы нашли его. И вот за одной из щитов, насколько я понял, находится бутылка. Сейчас мы это проверим. Неудобно, на самом деле, так много людей. Где? Никого нет. Никого нет вообще. Ну, просто... Я не полез. Может, ты полезешь? Ты начал ты лезть, я-то тут при чем? Что за такое, а? А куда он мог меня засунуть? Ну, наверное, сюда. Ну, да, сюда, сюда. И, конечно же, там еще нет. Конечно, чего нет. Он сказал, что еще. Не, за этим. Ну, самое главное, мы здесь побывали, в этом легендарном месте, где да. Когда-то 100 попытка, долларов не нашли, пытка. Но не знаю, да. Выставили это видео или нет.